Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый ажурный листик, который вы можете использовать в наборном кружеве, в ирландском кружеве или гипюрном, или просто для декора. Для работы нам потребуется моточек пряжи, крючок и бусинки. Начинаем вязание нашего листочка с 26 воздушных петель. Я уже выполнила цепочку из 26 воздушных петель и теперь замыкаю в кольцо. Обратите внимание, перед тем как замкнуть в кольцо, обязательно проверьте, чтобы ваша цепочка была не перекручена. И я замыкаю в колечко, ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Выполнила, еще раз проверила, чтобы цепочка была не перекручена, все верно, и теперь могу приступить к выполнению следующего ряда. Для этого выполняю одну воздушную петлю подъема и в каждую воздушную петлю цепочки буду провязывать по одному столбику без накида. Вот таким образом провязываю по столбику без накида каждую петелечку. Так выполняю до конца нашего кругового ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда, вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Вот такой ряд столбиков без накида мы выполнили и можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем опять одну воздушную петлю подъема. Далее выполняем арочку из трех воздушных петель. Вяжем 1, 2, 3. Выполнили. Пропускаем вершинку одного столбика предыдущего ряда и будем вводить крючок в вершинку следующего столбика. Но перед этим мы на крючок одеваем бусинку. Вот таким образом. Обратите внимание, у нас дырочка, отверстие точнее в бусинке, достаточно большое, и крючок свободно проходит в это отверстие. Мы одели бусинку на крючок и теперь вот таким образом вводим крючок в вершинку столбика без накида, вытягиваем рабочую нить через бусинку, протягиваем и выполняем столбик без накида, то есть провязываем наши две петелечки. Выполнили. Далее выполняем арочку из трех воздушных петель. 1, 2, 3. Выполнили. И теперь опять же мы на крючок одеваем бусинку. Пропускаем один столбик, вводим крючок в следующий и вытягиваем рабочую нить через вершинку столбика и нашу бусинку. Провязываем столбик без накида. Далее выполняем арочку из трех воздушных петель. 1, 2, 3. И выполняем накид на крючок. Пропускаем вершинку одного столбика. Далее опять же на крючок одеваем бусинку. После того, как выполнили накид, обратите внимание, вводим крючок в вершинку столбика и вытягиваем рабочую нить через вершинку и через бусинку. Вот таким образом. И выполняем столбик с накидом. Провязали. Далее выполняем арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Вновь выполняем накид на крючок.
одеваем бусинку, придерживаем аккуратненько, пропускаем один столбик и вершинку следующего вводим крючок и точно так же вытягиваем рабочую нить через вершинку, через бусинку и выполняем столбик с накидом. Провязали. Далее опять арочка из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Выполнили. Далее 2 накида на крючок. Раз, два. Придерживаем накиды пальчиком. Опять же на крючок одеваем бусинку. Пропускаем один столбик. Следующий вводим крючок. Захватываем рабочую нить, протягиваем через вершинку и бусинку. И теперь провязываем столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее опять арочка из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. И далее у нас с вами будет столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок, придерживаем пальчиком, опять же одеваем бусинку, придерживаем, пропускаем один столбик, следующий вводим крючок и вытягиваем нашу рабочую нить через вершинку и бусинку. И теперь провязываем столбик с 3 накидами. Первый накид, второй и третий. 2 петелечки на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее мы вяжем с вами арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. И вновь будем выполнять столбик с 3 накидами через бусинку. 3 накида, одеваем бусинку на крючок, и теперь очень внимательно, мы не пропуская столбика в предыдущем ряду, сразу в вершинку следующего вводим крючок и вытягиваем нашу рабочую нить через вершинку столбика и бусинку и провязываем столбик с 3 накидами. Провязали. Далее опять арочка из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Выполнили. Опять 3 накида на крючок. Одеваем бусинку. Придерживаем. И вводим крючок опять же в следующий столбик. Точнее в его вершинку. Вытягиваем рабочую нить через вершинку столбика и бусинку и провязываем столбик с 3 накидами. Вот такой красивый, аккуратный листочек у нас с вами получается. А мы продолжаем работу и выполняем арочку из 4 воздушных петель. Раз, два, 3, 4. Выполнили. И теперь будем провязывать столбик с 2 накидами. Выполняем 2 накида на крючок. Точно так же одеваем бусинку. Придерживаем. И теперь очень внимательно мы пропускаем вершинку одного столбика, а вершинку следующего вводим крючок. Захватываем рабочую нить, протягиваем через вершинку столбика и бусинку и провязываем столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее опять арочка из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Выполнили. И выполняем 1 накид на крючок,
одеваем бусинку, пропускаем вершинку одного столбика, вершинку следующего, вводим крючок, протягиваем нить рабочую, точнее петелечку, через вершинку и бусинку. Теперь провязываем столбик с накидом. Выполнили. Далее опять арочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И выполним еще один столбик с одним накидом. Бусинку одели, пропустили вершинку столбика, вершинку следующего ввели крючок. И точно так же провязываем. Выполнили. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Одеваем бусинку на крючок. Пропускаем вершинку одного столбика. В следующую вводим крючок. И теперь мы выполняем столбик без накида. Провязали. Опять арочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Выполнили. Бусинку одеваем на крючок. Вводим крючок в вершинку столбика, при этом пропустив одну вершинку или один столбик. И выполняем опять же столбик без накида. Провязали. И теперь нам остается с вами выполнить арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И завершить наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. Мы останавливаемся и смотрим, что у нас получилось. Вот такие мы с вами красивые разновысокие столбики выполнили. При этом вязали бусинки. Давайте приступим к выполнению следующего кругового ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю подъема и под арку из 3 воздушных петель выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Под следующую арочку опять выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арочку выполняем тоже 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Связали. Под следующую арочку мы будем выполнять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее опять под следующую арочку выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую опять выполним 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее под следующую арочку, она у нас из 3 воздушных петель, мы выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И теперь очень внимательно вершинку столбика с 3 накидами мы выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Выполнили. Вот одну часть листочка мы с вами обвязали столбиками без накида. И приступим к обвязке уже следующей части нашего листочка.
Под арочку выполняем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Выполнили. Далее выполняем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Далее 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. И еще раз 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. И далее под арочки мы будем с вами провязывать по 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последняя арочка. Раз, два, три, четыре. Выполнили. И завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. Немножко мы его подтянем, выпрямим. И вот такой у нас с вами листик получается. Мы приступаем к выполнению нашего последнего кругового ряда. Выполняем одну воздушную петлю подъема. И теперь пропускаем вершинку следующего столбика. А в следующий выполняем 5 столбиков с одним накидом. Вяжем. Раз. Два, три, четыре, пять. Выполнили. Далее пропускаем опять вершинку одного столбика и вершинку следующего. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Выполнили. Далее провязываем еще один столбик без накида в вершинку следующего столбика. Опять пропускаем один столбик и вершинку следующего. Выполняем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. Пропускаем вершинку столбика. В следующую вводим крючок. Выполняем столбик без накида. Далее выполняем еще один столбик без накида. Пропускаем вершинку столбика. И далее провязываем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Далее пропускаем вершинку столбика. В следующую вводим крючок. Выполняем столбик без накида. И еще один столбик без накида. Провязываем вершинку нашего следующего столбика. Такую обвязочку мы с вами выполняем по этой стороне нашего листочка, не довязывая до вершинки немножко. Я вам покажу, как оформить красиво вершинку нашего листика. Мы с вами обвязали часть нашего листика. И теперь давайте остановимся и посмотрим. Вершинку нашего листика мы выполнили 3 столбика без накида с общим основанием. Провязали мы эти столбики в вершинку столбика с 3 накидами. И если мы с вами выполнили все верно,
мы должны после столбиков без накида, двух провязанных, пропустить две вершинки и в третью вершинку провязать 7 столбиков с одним накидом. Я провяжу один столбик с накидом, остановлюсь, и вот хорошо видно, это и есть центральный столбик из трех столбиков без накида, провязанных с общим основанием. Именно в этот столбик, в его вершинку, мы должны провязать 7 столбиков с одним накидом. Один столбик у нас готов. Далее выполняем второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Повторюсь, мы провязали 7 столбиков с одним накидом в столбик без накида, центральный из трех, провязанных с общим основанием. Далее пропускаем 2 вершинки. В третью вводим крючок, выполняем столбик без накида. Один. И в следующую вершинку выполняем следующий столбик без накида. И далее продолжаем обвязывать наш листик так, как мы выполняли по противоположной стороне. То есть пропускаем одну вершинку, в следующую вводим крючок и выполняем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре и пять. Выполнили, пропускаем одну вершинку, в следующую вводим крючок, выполняем столбик без накида, следующий столбик без накида и так далее. И вот такой листочек у нас с вами получается. Мы завершаем выполнение нашего листика, и после того, как мы связали 5 столбиков с одним накидом, мы пропускаем вершинку одного столбика, вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш красивый ажурный листочек с бусинками завершен. И при желании мы с вами можем выполнить маленький череночек для нашего листика. Мы выполняем 2 воздушные петли, выполняем накид на крючок, вводим крючок воздушную петлю подъема в предыдущем ряду, провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные, столбик с накидом, вводим крючок в вершинку нашего столбика, при этом захватываем еще одну нить и выполняем столбик с накидом. Итак, выполняем 2 воздушные и столбик с накидом на необходимую нам длину. Давайте выполним еще 2 воздушные и столбик с накидом. Ниточку можем обрезать. И еще раз посмотрим на наш красивый ажурный листик с бусинками. Так он выглядит с лицевой стороны. Так наш листик выглядит с изнаночной стороны. Творческих вам успехов!